Вот привезли девочку. Кузнецову. Василису. Что, вещи там уже посмотрели, да? Вещи нет еще, потом перепишем. Сейчас. Ну, у вас путевки-то были? А все я отдала. Все, документы отдали, деньги отдали. По путевкам собирали. Постельное все. Да, единые сапоги. Да, утром сыра, поэтому. Да. А в какой келье-то не определить? Я думаю, в Тетивале крайне. Ну, последний. Там четверо, ну. Да, ну хорошо. Вы как правы. Василиса, подойди сюда. Василиса, подойди сюда. Вот новая девочка приехала, Василиса. Встань к родителям. К родителям, встань туда. Вот я вижу. Подбирает потолок. А был когда ты, сколько тебе было? Мне было 10 лет. С 10 и сколько раз ты был? 4 года. Я его вообще не узнал. Он настолько умный. Ну я вначале думал, что дядька вот это не могу понять. Нет, сестра. Ну смотрю, по лицу-то от тебя узнал, Максим. Вот она. Василиса, у нас есть Василиса. Ученица моя в школе работает. Сколько лет у тебя? 9 лет. Это в какой класс ты уже поехал? Какой класс? Третий. Всех подняли все. Да. Сейчас нам уже выходить. Так, куда вам сказали, на какой центр занимается? 6,5. Вещи, ну давайте туда, пойдем к тебе. Василис, ты иди, иди. Да. Василиса, ты иди сама, чтобы знала, где твои вещи будут. Ну вот так вот. Приехала новая девочка. Вот так. Слава Богу за всем. Сейчас готовимся к храму. Пойдем на вечернюю молитву. Кирилл, заправь эти жидкости. Слава Богу за всем.